грантрон, когда мы поднимаем руку, заводим на солнышко. Далее, подождите, партнерша опускается вниз. Она уже смотрит на зрителя, уже смотрит на зрителя. Сейчас нога еще нет. Да, вот тут мы начинаем присаживаться. И вот тут, да, махаем резко. Не заранее. Грантрон называется? Грантрон, да, большой раунд. То есть есть раунд. А, грантроунд. Да, раунд, наконец. И сначала на зрителя, да, посмотрели. И можно повторить еще раз. Сначала партнер докручивает, партнерша. Она уже смотрит зрителю в глаза. И вот тут, да, и еще разочек, чтобы запомнить. Сначала лицом, а потом молодец. И последний раз. И оп, молодец. Это грантрон, который как раз вы отталкиваетесь, вы понимаете, что сначала мы разворачиваемся лицом, потом уже идет нога. Сначала я приседаю, да, сначала потом вы присаживаетесь, да, для того, чтобы пошла нога выше, вы как раз через вот это плие, а потом наверх идет нога, и получается высоко и классно. А еще, я сейчас за девочку покажу, чтобы вам было понятно. Не уходи здесь, далеко. Да, извините. А вот вы развернулись, вот опора, и для того, чтобы еще быть выше, можно немножко вот туда назад. То есть неровно вот тут быть. Если у вас корпус впереди будет, то нога не пойдет высоко. Если корпус чуть-чуть будет занят, опирайтесь на партнера, он тут поможет без проблем. У вас сейчас получилось, на видео посмотрите. Вот, да, что какие. У нас был косяк, когда вот ставил лягушки, она там, надо то, что... Да. Как нам это? Какая-то позиция была? Вот такая позиция, потом в груди. А, нет, это другое, это связку. Связку надо? Ну, давай тоже это, ладно. Я просто ее запомню. Сюда, потом... Потом туда. Не, там просто вытягиваешь ее. Ну, окей, в любом случае. И дальше вот сейчас. На поддержку. Я могу вот сюда закрутить на поддержку. Да, там покажи, где руки находятся партнера, чтобы пресс сделать хорошо. Ну вот, если перехватиться, у вас же так было, да? И вы ее тянули. Если вот заранее перехватиться, это все к себе, да. Партнера не отдаем. Далее вы закручиваете партнершу. Кладете правую руку себе на сначала голова еще не идет. То есть у нас идет одно движение, а голова последняя, и вот тут тоже голова бум последняя. А если руку не закидывать, партнерши как сделать? Если не закидывать? Да. Если не перед закидывать, собой. То я даже не знаю, тогда ее вторым. Не, рука перед собой, просто перед собой. А, перед собой. Да. То есть вы вот так стояли. Ну можно тогда повернуть, вот потом так, да. Вот так зафиксировать. А вторая рука где грантроун, все этот, чтобы сделать преп хороший. Преп. На грантроун? Не, вот из этого не, просто преп сделать хороший. Показал руки там одна. Вот тут где-то на пояснице, да. Да. Вот мы закрутили, дальше я левую руку кладу партнерши для того, чтобы этой левой рукой, в принципе, повести ее. Вот, да, на поясницу. А потом контролирую, чтобы если что, она начнет, например, то есть, падать, заваливаться, чтобы у меня здесь упор, да. Есть, чтобы она его чувствовала, в моей левой руке упор. Это к себе, Влад, веточку, когда у нас тут натяжение. Да. То есть я тут ее хорошо поддерживаю. Понял, да, вот это да. И вот. Фигуру еще, и фигуру. Фигуру. Это будет. А, ну давай тогда сейчас. А, понял. Который ты делал. Все, нет, там понял. Еще один был. Потом вот. А, смотрим. А, правая рука сверху, левая снизу. Как только партнерша начинает двигаться вперед, я ухожу левой ногой назад и разворачиваю спиной. Поворачиваю партнершу. Правая рука наверху. Левая рука наверху. Левая потом опускается, правая наверху остается. Далее мы шине поворотами начинаем двигаться. Шине поворотами. Нет, это не ронг. Шине поворотами начинает двигаться на иллюжен. Допустим, иллюжен прошел. Я хватаю левую рукой ее руку партнерши, разворачиваю. Партнерша разворачивается на зрителя. Нет, сначала на зрителя. Сначала на зрителя. На газ. Прям максимально. Стоп. Плечи. Толкайте руками. Смотришь на меня. Да. Просто на меня, на меня зритель. Да. Далее идет нога, потому что партнер повел. Нога доходит еще назад. Еще назад. Дальше на нее переносим вес. Левой ногой двигаемся в сторону на зрителя. В сторону переносим вес. Партнер обходит. Ага, у нас получилось, давайте. Нога остается на паркете, чтобы контролировать свой вес и быть в балансе. Далее правую руку опускаю вниз, а левую закручиваю. В идеале не на месте, а с продвижением туда. Опускаю руку, у нас шина поворот. Шаг,
шаг. Шаг можно второй раз добавить. Самое главное, чтобы руку не отрывать от плеча партнерши.